Прокуратура республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу Вадима Техова. Материалы направлены в Ленинский районный суд Владикавказа. По версии следствия, в ночь на 3 ноября 2018 года обвиняемый в ходе конфликта с двумя мужчинами нанес им несколько ударов ножом. Тогда Техова заключили под домашний арест. Однако он несколько раз нарушал режим. 18 сентября 2019 года Техов приехал на работу к бывшей супруге. В ходе ссоры на почве ревности он нанес ей более 15 ножевых ранений и скрылся с места преступления. Девушка была экстренно госпитализирована, но, несмотря на усилия врачей, скончалась. Следователи установили, обвиняемый и ранее причинял супруге телесные повреждения, угрожал убийством. Также уголовное дело возбуждено в отношении должностного лица УФСИН республики по факту ненадлежащего исполнения своих обязанностей, повлекших по неосторожности смерть человека.